Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой. Сегодня отвечаю на ваши вопросы и говорим про, конечно, иммунодефицитные состояния и про то, как себе помогать. Вы можете сдать тест в ImmunoHealth, вы можете пройти диагностику на витамины и минералы, но вы можете уже начать использовать, если у вас какие-то есть проблемы, частые ОРЗ, гриппы, герпесы, какие-то такие состояния. Здесь нам поможет кошачий коготь, пчелиная пыльца, грипайн, хлорофилл жидкий и коллоидные минералы. Это прям частые простуды, must have. Плюс, друзья, при более других серьезных проблемах мы вводим хлорофилл, ликвидирующие различные ненужные остатки в вашем организме. Вводим коллоидное серебро и кошачий коготь. Плюс, если идет герпес, такая история, как кошачий коготь, витамин Е, восьмерка, очень важно, потому что когда герпес, идет нагрузка на нервную систему. И суперкомплекс с подаркой, конечно, тоже мы используем. И, друзья, блэкджек – это листья оливы. И, конечно, Black Walnut – это черный грецкий орех, который убивает внутри всяких паразит, всяких грибов, кандид, то, что может вызывать воспаление. Плюс, друзья, я вам подготовила заметку при неспецифических заболеваниях легких, то есть, когда вот здесь какая-то такая трахея, здесь может помочь Буплерум плюс, здесь может помочь также Брейсис и может помочь также, друзья, черный орех, коллоидные минералы, сок нони и жидкий хлорофилл с коллоидными минералами. Вот это супер комплекс. Если вы это все используете, поверьте, вам станет намного легче уже раньше, чем вы захотите справляться с всякими антибиотиками. Надеюсь, видео было вам полезным, и вы напишите мне комментарий и подпишитесь на мой канал.